Привет, привет, мои дорогие подписчики канала, значит, Color of Fantasy Art Gallery. С вами я, Диана. Вот, и вы знаете, сегодня я снимаю коротенькое видео. Значит, ну, все знают, что я давно не записывала. И вот я сегодня нашла время, так как только прилетели месяц назад в Бахрейн, но пока у нас переезды и все такое. Вот, у меня не было возможности снимать пока видео, и сейчас нету, но я сегодня что-то решила, значит, немножко отдохнуть, как говорится, и решила попробовать, значит, вот такую вот шелли-арт, значит, работу. И вот что я, почему я снимаю видео, вы посмотрите, во-первых, я только что ее, значит, залила, вы посмотрите, какая красота, это раз, да, видите? А что я хотела сказать? Краски я использовала те, которые я размешала до того, пока я уезжала с Бахрейна. Вот это все размешанные краски на Shelly Art. И им уже 7, уже пошел 8 месяц. Потому что я размешала это все перед тем, как улетать. Вот, видите, целая прям коробка. И как бы так получилось, что мы срочно улетели, пришлось мне улетать, да? И я уж, мне было жалко, я все равно все это оставила. Думаю, ну, если попортится, значит, попортится. А если нет, значит, приеду, попробую, значит, сделать заливку. Но пока переезжаем, вот видите, я здесь сделала себе такой кабинетик, но еще пока не готовый. Вот видите, вот такой кабинет у меня теперь. Кабинет, можно сказать, это комнатка, которая... Ну, еще я еще тут не все доделала, потому что тут у меня и камни, и вообще все. Видите? Вот. Вот так вот будет. Все, что там не нужно, я в туалете там сложила, потому что, ну, нету места тут. Вот. А так у меня краски. Вон, видите? Здесь у меня есть вода. Главное, что вон, и сколько красок. Вот. Так что заливки я начну делать. Но пока у меня нет возможности, мои дорогие, делать заливки. И, ну, как бы я постараюсь сделать побыстрее, потому что мне нужно сначала закончить переезд свой. Вот. Но вот то, что я сегодня попробовала, я была в восторге, конечно. Это не то, конечно, так, как я хочу. Но это я на первое прям сразу взяла те краски, которые были, и решила попробовать. Вот видите, вот то, что вот отсюда первое там попалось, да, и активатор у меня был, вон, видите, активатор. Это был сделанный вот до того, пока я уехала. И вот что получается, 7-8 месяцев, значит, до года еще, наверное, они даже не будут портиться, эти краски. Вы представляете, да? Это же вообще такая прелесть. Это я в восторге, конечно. Видите, как красиво получилось. Вот, сегодня коротенькое видео такое. Ну, надеюсь, во-первых, все обрадуются, что я хоть вышла на связь, потому что меня уже давно нету. Я вас не забыла, я вас всех очень-очень люблю. Просто сейчас на самом деле такое вот положение, значит, ну, не получается, вот, чтобы все что-то снимать, что-то делать. Ну, вот я сегодня вас порадую. Видите, какая красота. На самом деле красиво. Я, конечно, сама это в шоке, в таком немножко, что краски не испортились, и можно еще делать вот ими заливки. Видите? Это Shelly Art. Вот, сейчас я еще буду пробовать одну маленькую. Значит, ну, вот такую, я принесла такую, ну, которую уже заливала. Буду пробовать, потому что здесь еще не готова, сушить пока негде. Я не знаю, как она будет сохнуть здесь. Вот, это первый раз я сделала, поэтому буду пробовать. Так что вот так, мои дорогие, я вас очень люблю. Спасибо всем тем, кто меня дождался. Большое спасибо всем новым подписчикам. Вот, и я очень-очень рада обратно быть на связи с вами. Уже и русский забыла. Пока побыла в Армении, и русский забыла. Тут ни на английском, ни на русском, короче. В общем, вот так вот. Так что вот мой кабинетик. Ну, посмотрим, как у меня, конечно, будет все. Вот, еще увидимся. Всем пока-пока. До новых встреч. С вами я, Диана. Вот, я обязательно-обязательно вернусь на YouTube и буду обратно снимать видео. Вот, всем хорошего дня,
хорошего дня, хорошего вечера, сейчас у кого вечер. Вот. И всех благ. Главное, здоровья. Берегите себя с этой короной, чтобы у всех все было хорошо. Вот. А потом я еще сниму видео, и уже мы с вами пообщаемся. Вот так. Пока-пока всем.